Хотя этот мод тут же они все поменяли. Сейчас там может и не быть. Опа, ну мы забыли. Блин, у нас... А, есть ножик? Да, есть. Так, по-моему, вот здесь вот. Да, помнят руки. Так. Во. И сало? Что за сало? Я не понял, где мой костюм? Подождите, это что за нафиг? Тут костюм раньше был. Никакого сала. Это что, это типа мой тонкий троник моей фамилии? Этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Ну что, ребята, а? Мурашки по коже, не правда ли? Ну что стоишь? Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Ну давай как с опытным. Все-таки еще не все. Отшибло. Итак, твое первое задание — добыть артефакт «Кровь камня».
Тут рядом овраг с разными аномалиями, артефакт где-то в его центре. Местные новички из лагеря за ним лезть боятся. А у тебя на морде написано, что не новичок. Так что даже с отшибленными мозгами ты его добудешь. Координаты зоны поиска я тебе сейчас скину. Да, кстати, в лагерь тебя пускать не хотят, не доверяют они тебе. Да и я, в общем, тоже. Посмотрим, какой ты в деле, если с головой у тебя все в порядке, замолвлю за тебя словечко. Понятно, еще пояснения будут. Нет, дуй выполнять задание. Хорошо, уже иду. Ну что, ребят, начинаем. Мод ОГСЕ. Решил я начать прохождение... Ой, тени Чернобыля именно с ним. Давай, Сидорович, давай, тебе тоже не хворать, а. Честно, уже начинал давненько немного играть. О, на месте, стой, раз, два. Привет. Не привет, а здравия желаю, а. Мы не в армии, дядя. Как ты к старослужащему обращаешься, смирно? Пошел-ка я отсюда, а. Дела поважнее есть, а, старослужащий. Ну что такое? Мелочь пузатая, блин. Вот мне что говорит. Так, он нам скинул координаты. По-моему, где-то тут рядом должен овраг находиться. Так. А координаты он все-таки не скинул. А нет, скинул в РО. Так, значит, туда? Да, туда нам идти. Что, ребят? Давненько просили вы меня поиграть в сталкера. Решу я начать все-таки с первой. С самого начала, с первой части. Ну, с небольшими модификациями, которые реально, как все пишут, очень сильно улучшают игру. И... Ёпана мать. И хочу сказать то, что я же до этого ее запускал, когда она была ранней версии. И вот эти вот хрени... Так, просто-напросто мы обходим. Так, нам куда-то сюда идти надо. Стоп. Не понял, а где проход? А, вон. Так, главное, чтобы меня вертолет не принял. Потому что, если помните в оригинале, как оно было, нам говорили из серии того, то, что видим новичка, что с ним делать, разбираться или нет. Говорили то, что нет, не надо. Так. Ага. Твою мать. А этот может и снять нас, так. Вроде бы мы правильно. Фу, блин. Эй. Ить. Стоп, артефакт где-то тут, вот он. Все, мы его взяли. Теперь, ить, валим. Опа. Так, бежим. Помощь нужна ребятам. Так, тут аномалии вообще рандомно появляются, ребят. Так что... Не могу сказать. Так, стоп. Рядом с вагончиком. А вагончик-то где? Опаньки, а я не знаю, где вагончик. Он, бот, по-моему. Ой. Да, соскучился я, ребят, соскучился. Так, только я слышу тут... Собачек. Или я все-таки ошибаюсь, или это не вагончик. А, вот вагончик, все правильно. Так, я понял. Опа. Так, нормально. И артефакт нашли. Вот это я понимаю. Спасите! Сейчас, парень, все возьмем мы. Так, хотя надо будет тебе в первую очередь помочь. Ты как, живой? Черт, я думал, как-то помираю. Дай аптечку набрат. Не, в смысле? Помогите! Оклемаюсь немного, давай, люди, поправляйся. Спасибо, помогите! Я этого не забуду. Ты не представляешь, как я тебе благодарен. Пойдем в лагерь и расскажу волку, что ты нормальный мужик из башни дружишь. Он там главный в деревне. Все в курсе. Спасибо, меченый. Я вижу, обращайся. Ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Тут эхо добавили, заметили? Так, стоп. Давайте мы сразу.
Так, стоп. А как нам... А, вот. Пушку. А ППШ мы можем взять на второе? Так, стоп. Выносливость. А, нормально вообще, а. Давайте возьмем. Хотя... О! Ну что, продолжаем. Я, честно говоря, вообще не въехал, что это было. Теперь мы сюда вернулись, мы собрали все то же самое, но артефакта этого нету. И, блин, ну я без понятия, почему мы подохли. Видимо, радиация на нас уже напала, когда мы этот артефакт взяли. Так. Нормально. А ножик у нас есть, а ножик это у нас и нету, а? Тут, кстати, раньше, если мне память не изменяет... А калаш-то у нас побитый весь. Повреждение, понятно. Так, стоп, мы два калаша теперь нашли. Тогда мы ППШ находили. Так, меняем. Это получше будет. Хм. Ну ладно, видите, рандомно тут все выпадает с лутом. И почему... О, кстати, опять. Нашли мы где-то шокер этот, а? Видите, на нас показывается, но я что-то не понимаю, блин, а? Как он работает. Где он находится вообще у нас, а? Так, о, ПНВшка, что ли? А, фонарь. Понял, спасибо. Рад слышать. О, волк! Давненько не слышали, давненько. Что сейчас? Шустрого искать будем. Так, давайте мы сначала пойдем дадим артефакт нашему торговцу. А потом уже и с волком поговорим. Тут вообще изначально как оно происходит, то что нас, ну, в лагере не желают видеть, если мы начали подходить, сказали бы гуляй, Васярцу, да? Ну, знаете, вот что я хочу сказать. Это хороший показатель того, что нам необходимо чаще будет сохраняться в этой игре и не забывать об этом. Потому что не сохранился, из-за чего-то умер, и вот пришлось сначала держать меня. Есть. Да ё-моё, что ты... Я же вырубал, а? Вот, держи. Меня там чуть на куски, между прочим, разорвало, а? Задание выполнил. Еще одна мелкая услуга, и мы с тобой в расчете. Какая есть услуга? Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. Его надо найти и забрать информацию. У живого или мертвого, мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Жестокий ты, Сидорович, жестокий. Ладно, притащу тебе флешку и будем в расчете. Что хочу сказать, то что... Ну, удачной охоты, сталкер. Да, тебе тоже удачи. Я не буду тут говорить по поводу сюжета Меченой, стрелок и так далее. То есть, ну, я-то это помню, почему. Но мало ли, кто-то смотрит первый раз, ребят. И, ну, зачем им спойлерить об этом? Я игрушку помню, ну, конечно, уже очень плохо. Так, ну, тут тебя старше хотел видеть. Но это не значит, что тебе здесь рады. Проходи, не задерживайся, а. Тебе тоже не хворать, парень, тебе тоже не хворать, а? Подходи, пообщаемся. Давай, поболтаем. Так, давайте сразу возьмем. О, адреналин, раш, нормально. Так, взять все. Забываю то, что такую фишку вели. Это на самом деле удобно. Ну что, волк, привет, привет. Кого выглядываем? Привет, мне нужен Шустрый. Не подскажешь, где его найти? Шустрым скверное дело приключилось. Тут неподалеку на него группу бандитов напали и Шустрого с собой увели. Он только что и успел соскинуть, а? Его напарники, похоже, накрылись. Ребята сообщили, что бандюки еще в старом АТП, а что за дорогой? Нормально, вы своих из плена, значит, не вызволяете. Не по-дружески как-то. Или слабо. Эх, врезать бы тебе, да толку. Не все так просто. Людей у меня мало, да и те сплошняком новички. Я не могу ими рисковать. Если мы этот лагерь потеряем, всем нормальным сталкерам худо придется. А ты сам-то что, а? Если не струсишь от помощи, не откажусь, не гордый. Так как, поможешь с бандюками разобраться? В одиночку хоть, чтобы я это сделал?
Да нет. Так ты фиг справишься. Сейчас мои разведчики, опытные ребята, как раз тех уродов пасут. Вместе вы, в принципе, имеете неплохие шансы. Ну так что? Или все же слабо? Не слабо, но мы попробуем, конечно. Так. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Ой, только меня атаковать-то не надо. Так, давайте-ка мы кое-что проверим. Я помню, тут... Ай-я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 й. Случайно не ту кнопочку нажал. Путаю я то, что тут Shift и X. Ну, я думаю, поменяю управление. Это потому что, ну, блин... Ай! Правда, это... Хотя этот мод тут же они все поменяли. Сейчас там может и не быть. Опа, ну мы забыли. Блин, у нас... А, есть ножик? Да, есть. Так, по-моему, вот здесь вот. Да, помнят руки. Так. Во. И сало? Что за сало? Я не понял, где мой костюм. Подождите, это что за нафиг? Тут костюм раньше был. Никакого сала. Это что, это типа мой тонкий троник моей фамилии? Я ударил, сало упало, а? Да вообще охренели. Не, ну блин, это... Вопорстава-то. Ладно, нормально так, а? А это, можно сказать, излюбленная нычка была в начале там. Мне приятель, помню, рассказал, Серега, когда купили, ну, когда играли в Сталкера. И я тогда, блин, ну, о, клево, блин, буду знать. Начал заново, потому что там свели очень сильно. И на сложности тогда еще, блин, решил не на ветеране, а на мастере начать. Я вообще, в принципе, все время любил начинать на хороших уровнях. Но с мастером, скажу так, на ветеране, вот мы сейчас играем, будет так сложновато временами. Хотя, не знаю, посмотрим, а. А вот на мастере от этого, ну, то есть, меняется то, сколько, по-моему, в принципе, поданий надо будет сделать, а. И на мастере там вообще, то есть, чуть ли не ваншота. Ну, решил заново начать, потому что пушек не было, ничего, на фейлю, короче, но... Ладно. Мы тут еще походим потом, я думаю, пособираем, потому что по схронам, по нычкам лезть все равно нет никакого смысла. У ребят-то ничего нету. Так, что у нас на руках? Так, описание, спальный мешок. О, спальный мешок дали. Прикольно, так. Губная гармошка. Рация. Это, кстати, вот, видимо, почему мы... Стоп, я, конечно, все понимаю, рация, да? Что у нас с патронами? Картечь. Ага. Так, тогда придется с пистолетом, с Макарычем еще побегать, а? Но разница была то, что раньше мы могли найти с глушаком пистолет-то в этом вагончике. И с глушаком их было проще выносить, если по стелсу можно было аккуратно. Хотя там мне все время через жопу выходило по стелсу уйти, а? Так, стоп. Здрасте. Так, там собачек видел, давайте не будем тормозить. Пускай труп. Теперь все. Так, и отходим нахрен. Ой, какая аномалия хорошая. Мы туда еще не пойдем. Тут вообще с аномалиями на самом деле в этом UGSE моде, как я читал в описании, то, что все очень любопытно. То есть они, ну, как и должны быть, очень рандомно спамятся и прям на дорогу там и так далее. Ну, посмотрим. Так, давайте, ребята, поболтаем с вами. Обаньки, ты... Подожди, что такое? Там озеро давай или что ли? А, это... Ребят, вот эта вот хрень, не знаю, там был этот пруд или нет. Тут работает такая ерунда в этом моде, то, что когда... Ой, дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Эхо происходит. Я вот не понимаю, это так должно быть или... Ну ладно. Давай поболтаем. Сколько бандитов в лагере, а? Человек 7-8, двое в районе ворот, двое в правом здании у костра, двое в здании слева, там еще и шустрого держат. По двору еще временами тут шляется. А так вроде все, ну что, начнем помолясь. Опаньки.
А вот это вот как раз то, что, видимо, они добавили ответвление зеленым выделено. А может, как-то по-другому? Потому что раньше был вариант, берем все, ну, идем все вместе, выносим их один. В принципе, без шума. И по стелсу можно было. Ну, опять же, сейчас у нас нету глушака, так что, может, по-другому. Мы думали сначала один фокус проделать. Потом передумали, рассказывай. Есть идея пробраться туда под видом одного из них. Например, как посланник от какого-то бандитского авторитета. Хм, почему бы и нет? Давай попробуем, а? Предупреждаю, если эти звери тебя раскроют, то порвут мясо живьем. И к мутантам не ходи. Я не боюсь. Что надо делать? Надо одеть бандитский плащ с балахоном и подделать маляву ихнего атамана, а потом убедить его отпустить пленника с тобой и уйти. Все просто. У тебя плащ есть? Да, плащ найдется, а вот малява, она важнее. Я, например, в тюрьме не сидел, никто из моих знакомых тоже, поэтому поделать ее правильно я не смогу, и тебя могут раскусить. Надо обратиться к кому-то с ведущему. Знаешь, таких людей здесь нет, а ходить искать времени нет. Давай уж как-то сами сочинять, ну давай, я сейчас представляю, что будет, а? Так, тут у меня листок есть, правда надорван, но ничего, и карандаш должен где-то валяться, во. Короче, надо по-жесткому, чтобы сразу было видно, что малява от авторитета. Начнем. Здорово, бакланы. Ну-ка, по-бырому взяли и освободили этого чувачка, что в плену у вас. А то... Не слишком ли круто? Да нет, эти бандиты, они всегда под кудру-то их косят. Надо как в анекдотах о новых русских писать, а? Так, пишем дальше. Чувачка, что в плену у вас, а то я вам лично моргало выколю и пасть порву, гадом буду. Привет. С приветом, Боров. Прокатит? Я еще сомневаюсь, дружище, блин. Это прям как в фильмах старых советских, а? Болтали. Я чуть сомневаюсь, что они так между собой болтают, а? Ладно, меньше слов, больше дела. Вот тебе плачь, малява. Желаю удачи, меченый. Пусть зона тебе поможет. Спасибо. Тебе тоже. Да что тебе тоже, блин, поставил меня, я вот уверен, а? Так, плащ одеть надо. Плащ одели. Мирным путем шустро освобождать будем, да? Так, ну давайте, если не выйдет, сразу наготов возьмем калаш. Короче, если не память... Если я правильно понимаю, то что раньше тут этого не было. И все вот эти вот... Стоп. Ой-ой, грена-то у меня откуда? Да блин, тут еще псины бегают, а? А ну. Что там? Кого вы там держите? Ох ты, молодцы, а? Ладно, не разбирайтесь сами. Если от псов погибнете, ну блин, дебилы. Что добавить? Короче, в этом модере вот такая фишка, то что тут типа лужа должна появляться. Это похоже она, ну, не знаю. Так. Ну вот вход... Типа, тут и пройдем. Ну что, чуваки, я к вам с... Чувачки, бакланы, я к вам с малявой пришел. Давайте так, стоп. Где главный? Так, шустрый, по-моему, где-то тут сидел. Здрасте. Что-то не похоже на главного. Вот ну, ты похож. Блин, у меня уже руки чешутся, тебя придушить. Фимка хромой. Ты правду сказал, я ж понимаю. Не, это не ты. Идь. Прям память не изменяет. Бутылки, все, телевизор туда, да-да-да-да. Дорвите телевизор, сказал, не довернувшись. О, вот ты похож на главного. Блин, они тут двое еще. Сука, раскроют, мне же трындец. Не забудь автосохранение и поехали. Привет, привет, брат. У меня послание от Борова. От кого? Борова, что ли, не знаешь? Он наш пахан. Да я-то знаю, что пахан. Но с какого хрена он нам вдруг послание прислал? Мы у фраера на поруках. Он за нами рулит. Он нами рулит. Это правая рука Борова. Знаю, знаю, фраер занят. Ему не до вас. У меня тут малява, короче. Давай ее сюда, держи. Так, что за херня?
Это вообще от кого? Я не понял, в чем проблема. Бля, проставили. Ты только не вздумай мне трындеть, что это написал Боров. Это что за ботва? Бакланы, Маргалов, выколю, гадом буду. И с какого хрена с ошибками? Боров же образованный авторитет, он гордится этим, и его гладиаторы за это уважают. Слушай, а не мусорок ли ты сейчас сам? Вашу мать, а? Так, ты что такой базар погнал? Если будешь понтоваться, Боров не, ну это, блин, ты точно... Ладно, расскажу, как есть. Ну, блин, за первый он сразу... Тут еще второй ходит. Давайте второй попробуем, а? Давай, только быстро. Кстати, а ты кто такой? Почему раньше всегда носатый малява проносил, а сейчас вдруг ты? Я на самом деле сталкер, а не... и я пришел с миром. Зачем лишний раз? Ага, он бандюкам, да, такое сказать? Маляву написал фраер, но попросил, чтобы я ее принес. Вот это уже вариант поинтересней. Чего так? Потому что он недавно попал на крупное бабло, залег на дно и не хочет светиться. Ништяк, заметано. Не бойся, опять в карты проигрался, братская щука. Ха-ха, теперь не будет трындеть, что он самый фартовый. Ладно, забей, что там на тебя... Нагнал. Давай, малява, забирай нахрен своего лоха, оборванца и гудбай на все четыре. Все, заметано, парень. Так. Это херенно, ребят. Это просто чума, конечно. Ой. Блин. Мужики, вы живы? Нам бы его... Что вообще происходит? Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Шустрый, а? Так. Тихо, флешку. И уходим отсюда. Так, есть такое дело. Эти улухи обыскать толком не умеют. А ладно, забирай. Ты мне как-никак жизнь спас. Она была надежно спрятана. Где ты ее прятал-то? Надежно. Не ниже пояса, не боись. Я давно торговцы работаю. Прятать инфу научен. Кстати, я к быкам наплевал про схрон с артефактами. Так они одного туда отправили. Схрон там действительно имеется, только артефакт всего один. Если хочешь, дам тебе координаты, давай. Ну, короче, тем уже давай спасибо. И мы с тобой уже поговорим все-таки. Давай в лагере, потому что не нравится мне вот это вот. Среди бандюганов ходить, а? Просто тихо, аккуратно уходим, а? Так, где выход-то? Вот. Вот ты, блин, а? Ты куда пошел? Ты куда? Да, иди ты нахрен. Нормально. Нормально вообще. Это клево. Вот это, ребят, реально крутую фишку сделали. Да, реально лучше увеличить. Смотрите, а. Клево. Блин, нравится мне этот мод. И с этой фишкой то, что по-мирному. Конечно, по-хорошему мне их потом бы все равно рубануть. Но давайте, когда у нас будет хотя бы дробаш в руках. А без дробаша нам с ними тяжко будет. Так, ну что, ребята. Где там этот умник, что малява писал, а? Бакланы, блин, а? С ошибками. Маргала выколю. Замечательно. Я уж думал, что мне придется кричать «Горбатый!» Я сказал «Горбатый!» Научись лучше маляву правильно писать, а? А не ради «Горбатый!» Есть свой Шарапов. Сам ты Шарапов, блин, а? Давай встретимся уж позже. До встречи. Так. Там что у нас? Вот смотрите, тут, короче, добавили. Типа размытие такое. Ну ладно. Не все, по-моему, такие вот идеи. Бляха, хорошо влияют. Так, 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 радиация, радиация, нафиг. Вау, кого? Нафиг, радиация, радиация, не хочу. Я уже тут один раз как-то... Так, давайте поможем ребятам. Ух ты, блин, а. Да, блин, я попасть не могу даже. Кабана вижу, собаку вижу. Ой. Оба, ну как сделали, а. Неплохо. Патроны тратить, правда, впустую. О! Так, там где-то рядом.
Не, нафиг. Или ближе подходим просто. Так, собака мертва одна. Что вы тут увидели, парни? Ведь должно быть что-то. Угу, не обычится, да? Тоже тишина. Машинка. Машинка — это хорошо, а мы ее никак открыть не можем. Потому что тут ездить можно, ведь. Это я знаю. Да ну нафиг, давай отходим, а. Не хочу, еще не дай бог. Пойдем куда-нибудь, а. Так, а что мне показывает туда идти? Стоп, не понял. Мы все сделали уже. К волку. Продай пистолет, во. На кордоне нормально. Твою ж дивизию. Как? Ох, у меня правда мурашки по коже, ну. Так, давай уберем. Ну что, здорово. До сих пор не рада, ну ладно, ладно, а. Потом будешь рад, не переживай. Ну что, волк, хвали. А слышали легенду о темном шустрый сталке? Спасен. Ого, ребята говорят, ты дал жару, что надо. Вот, держи немного денег. Мне ее рассказал один ветеран под большим секретом. Но через день он бесследно исчез. Хм. Может быть, и я, если расскажу ее, завтра погибну. Нет, чёрт, не буду. Так, как обстановка вокруг лагеря? Короче, они что? Как там Толик? Да вроде ничего, жить будет. Он из тех передряг выбирался. Думаю, из него будет хороший боец. А вот тебе держи за то, что помог ему. Спасибо тебе, Мечина, а? И тебе спасибо. Сегодня я помог, а завтра того и гляди, мне кто-нибудь поможет. Эх, вид тебе слишком серьезный. Беспокоит, что? Да есть такое дело. Хм, не так давно мне заказ один пришел. На динамит. Хотел отказаться, но не могу. В общем, это не важно. Динамит этот спрятан в тепловозе, который навернулся с рельс. И валяется в путей, там еще фонит дико. Кстати, в этом месте нет колючки вдоль насыпи. Задачка-то несложная, нужно будет только найти этот ящик и принести его мне. А тебе больше ничего не потребуется. Ну как? Отнесешь его? На армейские склады. Полез в окошко. Ну давай, давай, попробуем. Пошел, смотри, есть что еще на примете? На данный момент ничего. Чего там между собой болтаете? Не даете поговорить нормально, блин, над ухом, а? Стол стоит, и где гитарист? Куда эти гитаристы дели? Что за фигня? И тут кто? Гитарист! Ау! Прикиньте, реально гитаристов про того протеряли. Что за фигня? Это как за гитаристов, а? Болтают топовые, да? Ну нафиг вас, а? Зачем в окошко залез? Байки свои, а? Я растерялся, говорю. Так это ж, зашел водички попить, смотрю, никого нет, вот и залез. А оно мне говорит, ах, водички? Нету, Ваня, здесь водички. Да и не нужна она тебе больше. Ну, блин, я тут говорю, как, ну, если нет водички, ну, так я пошел. Тут я попробовал сколоть оттуда по-быстрому. Тут все одно. Ладно, ребята, я думаю, давайте на этом мы закончим нашу первую серию. По-моему, было весьма-весьма неплохо, а? В общем, не поленитесь поставить лайк, написать что-нибудь в комментариях. Все-таки давно просили. Все ради вас. Да и сам доволен. Чего же ради вас, а? Сам, да, жути, блин. Рад тому, что мы с вами вернулись, а? В общем, надеюсь, что дальше все будет хорошо. Всем спасибо. Всем пока. Ну и что? И всем до скорой встречи.